Добрый вечер. Сегодня у нас восьмой концерт. Это предпоследний концерт нашего фестиваля. И сегодня долгожданный наш артист Давид Хрикули. Он должен был выступать в прошлом году, и, к сожалению, концерт был аннулирован по известным причинам. И вот, наконец-то, Давид к нам приехал. Это не первый раз он в Биле. Первый раз я приехал в Биль, когда мне было 13 лет. Тогда я исполнял программу на 30 минут, и это было мое первое выступление на фестивале «Арт-диалог». И уже прошло 7 лет, с тех пор прошло уже 7 лет, и я очень полюбил этот город, полюбил эту обстановку фестиваля, и для меня это большая радость и счастье выступать здесь вновь. И вот мы сегодня опять будем его слышать уже в новой программе нашего фестиваля «Star of the Future». И мы с нетерпением ждем этого концерта. Концерт, люди расходятся, Давид замечательно играл, и мы очень-очень рады, что это все-таки состоялось, несмотря на все сложности, которые случились с сертификатами, с тем, что он не мог прилететь. Даже сегодня, когда он ехал, два поезда отменилось из Женевы, мы его не сегодня, вчера, мы его искали. Поэтому было много препятствий, но сегодня все просто замечательно, люди счастливы. И это самое важное.